Ежегодно в Развилковской библиотеке проходит вечер, приуроченный к Международному дню поэзии. Здесь поэты и писатели Развилки знакомят публику со своими произведениями. Отважен будь, выписывая крендель, или подарить, коль ждет другой волшебный пендель вне очередной. Вдохновение под таким названием, или точнее девизом, прошел праздник поэзии. Муза – то, что необходимо творцу, как воздух. То, благодаря чему на свет появляются новые литературные детища. Международный день поэзии отмечается в России уже 20 лет. И постепенно круг тех, кто приобщается к нему, становится все шире. Эта прекрасная тенденция хорошо заметна и в Развилковской библиотеке. С каждым годом эта встреча, скажем так, совершенствуется. Приходит к нам все больше и больше писателей, поэтов. Тем более, что сейчас на базе нашей библиотеки функционирует литературное объединение. Вот сегодня на нашем вечере присутствуют практически все члены нашего ЛИТО «Рифма+». Один из них, писатель Юрий Егоров, представил публике свой рассказ «Концерт для друга». Совсем недавно автор с этим произведением одержал большую победу. Он стал лауреатом первой степени областного конкурса «Звездное перо» в номинации «Проза». А если у меня не получится? Я уверена, что у тебя все сложится хорошо. Ты способный юноша, полон сил, и не сможешь всю жизнь провести в суконной лавке. Произведение, написанное всего за один день, относится к жанру социальной сказки. Это любимое литературное направление Юрия Николаевича и, по его мнению, актуальное во все времена. Где же черпает автор вдохновение? Для меня вдохновение возникает из очень хорошего общения с приятными людьми, флюиды, которые исходят от людей, которые сегодня присутствуют и принимают очень добро. Как думаете, на что вдохновить сегодняшний вечер? Ой, не знаю, это так сразу не случается. Но да, впечатления есть, эмоциональные. Ну, во что-то это обязательно. И поскольку я пишу сказки, я надеюсь, что это будет добрая сказка. И какой же поэтический вечер без дебюта? В этом году впервые в празднике приняли участие дети. 9-летняя Валерия Чудакова не мыслит себя без литературы. На днях девочка вышла в финал конкурса «Зуовские чтения». Но Лера не только ярко и с азартом декламирует, но и пишет сама. На вечере она впервые представила стихотворение «Воображение». А вдохновил ее один очень близкий человек. Ну, у меня просто маленькая сестра, и она вот иногда подсказывает какие-то моменты, которые мне хочется записать. И из всех моментов, даже когда она что-то придумывала, я создала этот стих. Кому ты его посвятила? Своей сестре. Недавно поэзия ворвалась и в жизнь Юлии Грачевой, которая всего полгода в литературном объединении «Рифма+». Милее не было игрушки, когда принес мне Дед Мороз. Когда под елочную веткой сюрприз достала из мешка, прижала к сердцу крепко-крепко его, пятнистого щенка. По признанию Юлии, постепенно творчество захватывает ее все сильнее и сильнее, ведь ощущения просто фантастические. Есть такое состояние эйфории, когда ты последнюю строчку завершила и понравилось это стихотворение. Да, наступило такое вот состояние счастья. А завершился вечер авторским исполнением песни «Зарисовка развилки», которая уже давно стала неофициальным гимном этого сельского поселения. Передаю привет, там самолеты, здесь летает круглый год. Это значит, где-то ждут кого-то, меня ж развилка ждет. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».